Здравствуйте, с вами Цветочный сад, и я Наталья. Пришла долгожданная посылка из Славянска на Кубани от Наумчик Галины Витальевны. Она очень переживала, что очень далеко мне переслать эту посылку, как она дойдет. Перед тем, как ее собирать, она мне позвонила и сказала, что постарается все сделать так, чтобы хорошо пришла посылка. Вот мы сейчас посмотрим, как она у нас дошла. Здесь у нас практически уже не черенки, а уже подросшие черенки, практически уже готовы к посадке. Вот сейчас я сниму и после ей перешлю на почту. Если все замечательно, чтобы не переживала. Единственное то, что еще по сортам она сказала, что может быть не совсем придут те, которые были у нее на сайте, потому что не все это черенки, которые я заказала, были они готовы, подросшие. Поэтому, что может быть какая-то будет замена, но я согласилась к этой замене. Говорит, не переживайте, это даже будет лучше, чем вы заказали. Поэтому я не сомневаюсь. Так. Что у нас пришло? Ну, как пришло. Уже так вижу, уже прям хорошие растения. Как запаковано. Вот как. Прям так конкретненько. Каждый цветок запакован так в кордоночку. Вот распаковываю. Поглядите, как хорошо сохранился вот это растение. Единственное то, что я теперь даже не знаю, чтобы вообще, наверное, без названия. А, нет, есть вот название. Здесь на каждом, похоже, горшочке приклеено. И вот также здесь закрыта земля, чтобы не высыпалась. Скотчем заматано. Сначала вот я вижу пленкой, потом скотчем, чтобы это не размоталось и земляной ком был цел. Вот в таком виде. Сейчас я распечатаю это все и покажу вам полную весь ассортимент своих растений. В основном была петуния. Вот сейчас начала разбирать, что характерно. Вот эту наклейку, мы же все время думаем, что это верх. И вот на почте очень плохо вот насчет этого. Запаковали, все могут подумать, вот так нести, а на самом деле получилось все кверх ногами. Они неправильно все приклеили. Вот почта тоже не организована. Посмотрите, все получились у меня кверху стаканчиками, а не кверху растениями. Ну вот, достанем, что у нас. Ну так, помялось, ну живенько, очень живенько. Вот я уже распаковала остеосперму. Смотрите, какой большой. Вот даже, наверное, бутон. Ну, конечно, это поломалась эта вот верхушечка. Она, ну, это она была очень так-то высокенькая. Но там уже с бутонами. Тут такой остеосперму. Я, кажется, остеосперму, честно говоря, даже не помню, что уже заказывала. Но что-то мне должно прийти в подарок, за который большое спасибо. Сейчас я не могу конкретно сказать, что и к чему. Я не посмотрела свой заказ, уже заказывала прям сразу, как мне агрофирма Виола прислала кашу, я сразу же нашла ее сайт и выписала. Поэтому что я сейчас к чему, не знаю. Ну все, теперь сейчас будем распаковывать каждое растение. Итак, распечатала все-все свои растишки. Некоторые, конечно, так вот помялись. Я вам показала, почему они у меня кверх ногами получились. Ну, кто знает, с одной стороны, как они там шли, кверх ногами, боком. Но они все живые, в отличном состоянии. Все это загнуто, все это пройдет, выровняется. Если где-то что-то не выровняется, подрежем. В любом случае, кончики я все буду подрезать. И все будет замечательно. Я выписывала 15 растений, пришло 16, значит, одно какое-то мне в подарок. Но сейчас я не буду разбирать, я даже уже не помню, что я заказывала, что я не заказывала, не скажу вам. Выписывала также вместе с этими растениями и аминокат, как раз антистрессовик, это посильнее, потехнически. По всем показателям, вот теперь
Все это у меня постоит. Даже до завтрашнего дня уберу вот эти вот все я закрывания грунта. Посмотрю, если нужно полить, полью. А если нет, пока потерпит до завтра. Потому что растения пришли все в хорошем состоянии. Единственное, что побрызгаю их антистрессиком. Все равно это стресс произошел у растений. Кроме того, что написано у нас вот здесь вот название каждого растения, есть еще и товарный чек, который также все описано, что мне прислали. Кроме того, еще в подарок мне положили вот еще вот такие вот химии, можно так сказать. Привикур, квадрис и келик микс. Привикур — это от грибкового заболевания, очень хорошее, сильнодействующее. Вот, и поэтому даже вот что прислали мне, я вот этим завтра даже все равно хорошие растения обработаю. Они же шли у меня, сколько сейчас скажу, 5 дней в замкнутом пространстве. И плюс еще рекомендация по адаптации растений после получения. Вот видите, как относятся к своим растениям частные лица. Ну, она работает, конечно, еще и в интернет. У нее есть магазин, также распространение, кроме растений, различные вот такие вот химические составные части. Так что я хочу поблагодарить Галину Витальевну Наумчик, которая относится со всей душой к своей работе. И так переживала, придет и как растения ко мне не придут, все-таки далеко, говорит, а на самом деле достойно отнестись к ним, значит, придут растения в отличном состоянии. Большое спасибо, Галина Витальевна, отсылаю вам свой, можно сказать, отчет. На этом заканчиваю, до свидания, с вами был Цветочный сад и я, Наталья.